Энергичный забег по самой высокой лестнице деревни Универсиады стартанул 20 февраля. 44 участника, 15 этажей, хорошее настроение и спортивный вечер. Организаторы рассказали нам о целях студенческого забега. Мы поддерживаем спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Хотим, чтобы студенты не сидели дома, не бездельничали, а активно начинали второй семестр со спортивных состязаний. Начни семестр на высоте. Такой девиз мероприятия привлек молодежь и позволил испытать себя на выносливость, скорость и находчивость. Вчера я услышал об этом конкурсе от организаторов. Я хочу участвовать в этом соревновании и хочу победить. Я очень счастлив сейчас, что нахожусь здесь с людьми из России. Я желаю всем удачи. В предвкушении, на самом деле, так как участвую в первый раз, очень хочется проверить себя, попробовать что-то новое. Бег по ступенькам известных небоскребов мира называется Vertical Running – бег вверх, или Stair Climbing – подъем по ступенькам. Первое соревнование состоялось 34 года назад в Empire State Building в Нью-Йорке. В России соревнования проходят во второй раз в КФУ. До этого показывали свою спортивную сноровку студенты МГУ. Однако я недооценивала его. Участники нашли здесь новых друзей, зарядились спортивным настроением перед вторым семестром. Отличившихся в забеге решили поощрить. Им вручили сертификаты в спортивно-развлекательный центр. Однако на этом спортивная жизнь студентов не останавливается. Здоровый образ жизни должен соблюдать каждый из нас. Покорили 15 этажей деревни Универсиады, прокачали себя с головы до ног. Александра Волкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.